Друзья, всем добрый день. Третий матч 23-го тура у нас начинается женской высшей лиги на стадионе «Динамо Юни». Мы с вами находимся. АБФФ У-19, Гомель. Вот такая у нас вывеска, да, очередная встреча, исход которой, наверное, все равно мы ж любим женский футбол, поэтому мы в любом случае будем отсматривать от первой до последней секунды все, что на поле будет происходить. Сейчас на ваших экранах состав АБФФ У-19. Это сегодняшние хозяйки. Ну, конечно же, Гомель тренирует, надо не забыть об этом. Состав АБФФ У-19 сегодня эту встречу начинают в стартовом составе. Лея Тихомирова в запасе. Поэтому как раз-таки Дарья Маркова с капитанской повязкой. Удар поворотом в дальний угол нанесла Яна Есьман. Если он в первые 15 минут забивается, уже у нас идет 19, то, конечно, напряжение сразу же возрастает. Не только на футбольном поле, но и у тренеров на скамейке. Удар поворотом. Мимо снова. Там Яценович. Играет назад. Самойлова снова. Ну вот здесь мяч до Черленок доходит. Надо бить. Справляется Кушнирова. Да. Играющая, пытающаяся играть впереди футболистка Гомеля за мяч. Маркова, Черленок. Хорошая передача. Узун, надо забивать. И Кушнирова здесь выручает свою команду. Футболистки АБФФ. Подача, выходит из ворот и ошибается Кушнирова, но пустые. Вот, да, Черленок. И удар поворотом, еще один снова Кушнирова справляется. Перевод на Черленок, вроде есть перед ней пространство. Снова передача на Узун, удар, но исправляется спокойно она Кушнирова. Подпишитесь на него обязательно. 44-я минута у нас идет и очередная подача в штрафную. Узун, нужно забивать, удар поворотом, и не получается это сделать у Анны Синявской. Очередной Ангелина Мякина, 21-й Инесса Шульга, 23-й Ксения Семенова, 24-й Екатерина Захаренко или Захаренко, 27-й Елизавета Пигунова, 30-й Ольга Гаврук. Еще один момент. Будем так говорить, голов в себя не вместили. Как есть. Хотелось бы, конечно, более равной борьбы, но по счету получается, что она и равная-то. Как-то не парадоксально. Подача. Пашковская. И снова удар поворотом и гол забивает Лада. Ну вот, наверное, да. Когда-то эта веревочка как раз-таки должна была закончиться. Сколько ей не видится, конец будет. Такой удар со средней дистанции получился. Пытается работать Эдуард Зименковец. Вот хороший вопрос на самом деле. Лада умничка. Продолжается в том же духе Инна Вацура. Инна, я думаю, ох, какой момент. Надо было забить Синявской. Вот защитницы гомельской команды. Подача. Нужно бить. И мяч в воротах. Еще один гол мы сейчас с вами увидели. И забивает его кто? Его забивает Алина Черленок на 64-й минуте. Здорово она на подборе сыграла. Ну и какой-то привет нам в камеру, по-моему, передала. Или, может быть, не нам, а тем, кто за нее. Яценович. Точная передача проходит. Ну и что будет делать Горшкова? Удар поворотом и на месте. Пойдет игра. Вопрос, забьют ли после 70-й или сейчас. Ну вот, первый гол, напомню, на 56-й минуте случился. Вацура бьет, но выше. Сказать в ответ. Подача на ближнюю стойку. Ну что, удар поворотом забивает Виолетта Вацура. 20-й номер. Выход на замену. И вот так вот у футболистки родом из Кировска все получилось в этом эпизоде. Ну, в предыдущем не забила, в этом забила. Мама рада, это самое главное. 80-я минута. И летает комментарий в адрес Владимира Шиндикова. Ну и всего, конечно же, тренерского штаба. Антон Честер, вратарь Гомеля, молодец, хоть мяч в нее. Ох, какой момент, да, еще один гол. Еще один гол забивает у нас Анна Пуцикович. Ну, вот такое вот празднование мы с вами увидели с Дарьей Горшковой.
порадовалась своему успеху. Анна Пуцукович, она тоже, как и Виолетта Вацура, вышла на замену. Так что у нас уже с двух соперниц пройти не получилось. Все, на этом, друзья, BFF 4, Гомель 0. Для вас работал Андрей Леня. Коллегам большое спасибо за помощь. До свидания. До новых встреч. Берегите себя.